Донецкую республику. Нам не надо фашистов тут. Хватит, они себя показали, дискриминировали. Всю неправду показывает. Я участник событий на 9 мая. Я все видела своими глазами, как они безоружных людей, без палки даже люди были. Они их расстреливали, а показывают, СМИ показывают, что напали на них вооруженные ополченцы. У нашего человека ни одного не было даже палки. Вот такая бесконечная очередь подходите. Для голосования. Народ оживленный.